Как чувствуешь себя? Чувствую. Да. Замечательно, дорогие друзья. Вот матушка замечательно. Вы представляете, что в 10 раз лучше. Да? Я себя сейчас чувствую лучше, чем если бы меня Голливуд пригласил на главную роль какой-нибудь блокбастер. Понимаете? Вот я бы не испытывал такого чудного подъема, как от того, что вы все пришли. Это прям какой-то звездный час. А вы, ребята, ранее это стоило посидеть в тюрьме, я еще как бы день ходил. Я пошел сидеть, дорогие друзья. Вы подавали, я сидеть. Все, пока. Миша, вот тебя, Миша, мы не Я еще раз объясняю, никаких хлопов не надо. Как Миша, как он, на ваш взгляд, как он выглядит? Выглядит как он... хорошо, не теряет, скажем так, это оптимизма, ну, по-моему, ну, хотя, может, внешне, а там внутри мы же не знаем, что у него происходит правильно. Мы же не можем оказаться на его месте. Вот. Ну, переживаю, конечно, за него. Вот. Но, ну, то, что я видел, скажем так, ну, лучше, чем я ожидал. Его дела. Нормально он, как всегда, острит, шутит, ну, это его, так сказать, внутреннее. Этого никуда не денешь, никаким, так сказать, никакой тюрьмой его, это не, от него это не заберешь, скажем так. Вот. А он всегда был такой веселый с детства? Да, всегда, и он всегда, ну, шутит очень так. Это, ну, прикольно. Я бы сказал, талантливо шутит. Ну, он вообще, он талантливый человек, и вот, как это, ну, как это, Высоцкий пел, да, ну, ясновидцам, как и очевидцам, во все века казнили люди на кострах, да, вот, ну, это тот случай.